И начнем с итогов конкурса Гайдена Чонга. Победил и выиграл приз в размере 600 алмазов Алим Шабырбаев. Поздравим победителя! А следующий конкурс в обзоре обновления 1.4.92. Совсем скоро, не пропусти! Мур, привет, друг, это Зверько, а на тестовый закинули здоровского героя Барца. Это такой парень, похожий на темного мага из вселенной Final Fantasy, верхом на динозавре по имени Рахал. Наконец-то, у нас не банальный человекоподобный герой, а? Роль у Барца – танк-боец, с весьма забавной пассивкой. Итак, навыки. Пассивка – I'm big. Автоатакой и навыками Рахал набивает стаки на противнике. Когда стаки заполнятся, следующая автоатака получит бонус к урону, зависящий от максимальных хп Рахала. Притом есть анимация исцеления, но само исцеление, похоже, пока не прикрутили. Нанося навыками урон, Рахал копит на себя стаки роста и постепенно увеличивается в размерах, повышая себе физическую и магическую защиту. А когда стаков становится больше 10, его базовая атака накладывает 2 стака на врага вместо 1 и требуется 3 удара для срабатывания пассивки вместо 5. Забавно, что с роста меняется анимация атаки с облизывания до удара ногой. Первый навык. Рахал выплевывает на область горючую жидкость, нанося немного урона с бонусом от его хп, которая замедляет противника на 15% длительностью в секунду. А Барц тут же кидает огненное копье в эту смесь, поджигая ее, нанося больше урона с бонусом от физатаки. Кроме того, с ростом Рахала увеличивается и дальность его плевка. Второй навык – это выстрел ракетами, которые очень сильно отталкивают противника в сторону Рахала. Урона хоть и немного, но навык очень удобный, прям массовое притягивание. Получается неплохая комбинация с ультой. Противника как раз подбрасывает примерно к краю ульты. Ульта. Рахал образует вокруг себя пылающий круг на 5 секунд. И каждую секунду находящиеся в нем противники получают урон с бонусом от физатаки и здоровья Рахала. Мне кажется, нужно было героя Рахал назвать. Он тут главный в этой парочке. Так вот, внутри круга урон меньше и противник получает замедление, а на краю круга и урон выше, и враг получает стан каждую секунду. Мне герой нравится и по навыкам, и особенно по внешке. Напиши ты в комментариях, как тебе такой герой. Не забудь подписаться на канал, скоро обзор обновления. Удачи, друг! Тупый яд, но так ушел, мертвая тень.